Здравствуйте. 7 мая, 8 лунный день. В Сазде будут статики воды с элементом железа. Особенный день для благородных и достойных людей. Благоприятен практике совещания, медитации, создавать планы, подписание контрактов, договоров, продажи, принятию важных решений, работы с деревом, в твердых делах, обращение Буддам Бодхисаттам, ритуалов омовения, очищения, принимать невесту, призывание долга, жизни, силы, благоприятен работы на дому. Ребенок, родившись в этот день, будет точкой духовно богатым, без стремления к наживе, способным ясно отражать все свои мысли, сострадательным, понимающим родных и близких. День неблагоприятен ставить на ноги ребенка для выезда, сватовства. Стрижка волос к удлинению жизни. Благоприятен для людей, родившихся в год, лошади, собаки. Неблагоприятен годам змеи, синей, обезьяны. Илгинском цукчундуане хорал. Ихо тошо за здоровье. И гономчи. Жудуане тамахаруга на бурятском языке. Будьте целеустремленными.